Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Отвратительный звук скрежета вилки по тарелке или неприятный звук трущегося о стекло пенопласта. Согласитесь, и то, и другое очень сильно раздражает. А ведь у наших мяукающих тоже есть звуки, которые они терпеть не могут. Правда, в отличие от нас, они не могут об этом сказать. От каких звуков стоит беречь свою кошку? Давайте разбираться. Слух кошек в несколько раз острее человеческого. Если люди слышат в диапазоне 20 до 20 тысяч герц, то мяукающие от 45 до 65 тысяч. Так что неудивительно, что некоторые привычные человеческому слуху звуки кошки воспринимают иначе. Что же может задеть слух мяукающего друга? Итак, представляем вам 4 вида неприятных звуков, которые кошки терпеть не могут. Тонкий и чувствительный слух кошек не переносит слишком громких звуков. Мяукающие не любят и даже боятся шумных бытовых приборов, фейерверков и очень громкой музыки. Не забывайте об этой особенности своего питомца и всегда старайтесь находить ему тихое место в доме во время салюта, работы с шумной техникой или прослушивания чересчур громкой музыки. Высокочастотные звуки человеческому слуху распознать не под силу, однако кошки хорошо слышат их, и они в большинстве своем не нравятся. Высокочастотные звуки, как правило, издают люминесцентные лампы, пульты для дистанционного управления и высокочастотные устройства для отпугивания грызунов-вредителей. Старайтесь беречь от этих предметов своего мяукающего друга. Шипящий звук заставляет кошку насторожиться и приготовиться к атаке. Мяукающие издают такой звук перед дракой, желая защитить себя. Поэтому любое шипение эти животные воспринимают негативно. И неважно, исходит оно от сородича или от человека. Кошки – животные с очень тонкой душевной организацией. Они любят расслабляться и крайне плохо относятся к любым переменам в окружающей их действительности. Поэтому любой внезапный шум может не на шутку напугать их и стать для них серьезным стрессом. Мы перечислили основные виды неприятных для кошек звуков. Берегите от них слух вашего мяукающего друга. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!